Всем привет! С вами Наталья Алмафео, и сегодняшнее видео – это обзор на куклу Monster High, а именно Эбби Бабинейбл из коллекции «Танцевальный фестиваль». Итак, для начала я хочу рассказать небольшую, так скажем, предысторию о самой Эбби. Эбби – дочь снежного человека Йети. Она самая холодная ученица на музыкальном фестивале из всех Monster High. Эбби 16 лет, и у нее есть питомец – это мамонтенок по прозвищу Шивер. Но в этой коллекции мамонтенка с Эбби нет, потому что мамонтенок идет в базовой коллекции. Здесь она просто у нас такая танцевальная куколка, да. Эбби приехала в школу Монстр по обмену из севера. У нее очень такой своеобразный характер, она очень резкая и немножечко даже грубая. А многие ученики школы думают, что у нее ледяное сердце, но в процессе она доказывает обратное, что она на самом деле очень трепетный и очень внимательный человек. Кстати, я посмотрела парочку серий, где появляется Эбби, и заметила, что у нее есть такой очень своеобразный акцент. Скорее всего, он русский, то есть как будто русский человек говорит на английском. И очень неумело и ломано. Если вы не смотрели мультик, обязательно посмотрите, вы, я думаю, удивитесь акценту Эбби. Также я заметила, что из всей школы монстров больше всего она сдружилась с Франкенштейн. Эбби одна из самых стильных учениц школы монстров. Она очень любит своего мамонтенка Шивера и любит поваляться в снегу. Данный выпуск куклы, так как я уже сказала, музыкальный фестиваль. И здесь у нас Эбби в таком милом красивом платьишке. Так что давайте ее распакуем и посмотрим поближе. Итак, вот я распаковала нашу Эбби. Как вы видите, подставки здесь на наборе не идет. И также здесь нет расчесочки, потому что это довольно-таки бюджетная серия Эбби. Как вы видите, наряд Эбби сочетает в себе что-то от хиппи стиля, плюс здесь есть что-то гламурное, я бы сказала. На голове мы видим у нее такую интересненькую повязку черную. Здесь на повязке нарисованы звездочки, какие-то линии, очень стильно смотрится. Мне очень нравятся волосы Эбби. Они чисто белые, безо всяких оттенков, белые-белые, как бумага, волосы. И есть несколько прядочек, точнее, я вот вижу две голубые прядки по бокам, которые уходят, постепенно волосы, которые на затылке. И у нее такая эмалированная розовыми прядочками челка. Из аксессуаров у Эбби есть сережки. На одном ухе у нее сережка в форме звездочки, а на другом фиолетовая сосулька. Макияж Эбби выполнен в розово-голубых тонах с блестками. У нее очень красивая малиновая помада, насыщенный цвет. И мы видим такие милые клычки, которые выпирают у нее изо рта. Наряд Эбби тоже выполнен в розовых таких каких-то малиновых голубых тонах. Я думала, что это платьице, но на самом деле у нее здесь кофточка и юбка. Рукава кофточки чем-то напоминают цветочки, потому что здесь такие разрезики. И сам подол кофточки тоже, как будто цветочек. Также у нее юбочка голубая в розовых разводах. Поверх юбки кофты одет ремешок. Ремешок как льдинка, такая длинная льдинка, якобы с такими подтеками и сосульчиками. Очень интересный ремешок. А на шее у нашей Эбби одет, ну, пропуск на фестиваль, как вы видите. Я думаю, что это сначала VIP, вот здесь написано VIM. Также хочу обратить внимание на сапожки Эбби. Сапожки у нее выполнены как будто изо льда, полупрозрачные, голубого цвета. И вот с такими малиновыми ремешками, ну, они несут скорее декоративную какой-то такой смысл, чем что-то они здесь крепят. Сапожки очень массивные и высокие. Они тоже, конечно же, голубого цвета. Опять же, все подходит под ее весь образ. Также отдельно я хотела бы сказать про кожу Эбби. Она светло-светло-голубого цвета, но если мы будем смотреть на нее, так скажем, при дневном освещении, то мы увидим такой легкий шиммер. То есть она вся блестящая и переливающаяся. Здесь есть даже какой-то перламутр. Я сначала подумала, что только на лице есть этот перламутровый блеск, но он есть по всему телу, и на ногах, и на руках, на шее. Также отдельно хочу сказать про ее ручки. Руки у Эбби довольно-таки крупнее, чем у остальных монстров, я заметила. И здесь такие симпатичные коготочки. Очень милые у нее такие лапки. В общем, Эбби куколка довольно-таки стильная. Мне нравятся те цвета, в которых выполнен ее наряд и сама кукла. Она очень-очень красивая. На этом видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравился этот обзор. Если это так, то ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Я обещаю, еще будет много-много обзоров на кукол. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!